короче, нихуя там хорошего нету, да? Нихуя. Разъебали нас как сироту. Опять разъебали? А? Опять разъебали? Да, у нас, если... У нас 700 человек осталось тут. Третий батальон приехал. Три прилета, три снаряда въебало. Они в Урал запрыгнули и бросили нас, съебались. Семером ночью, полдня шли, потом ночью, перекантовались, нахуй, ночью не спали, просидели до рассвета, и на рассвете ушли к своим, потом поближе. Взвод был, 30 человек. Там наш танк, по нам как въебал, 17 человек сразу, нахуй. Наши же, тут, здесь бьют, наши, нас бьют. А вас за что? Ну, они ж ебнутые. Впереди, а техника сзади нас стоит. Ебнутые. Не танки вперед идут, а люди сзади. А идут люди, а танки сзади. Здесь нету регулярных войсков. Здесь мы одни мобилизованные.